пытаются нам сделать статую поддержки. Дыни весом дикоборца килограмма! Тоже классный рекорд. Предыдущий рекорд составляет 10 подъемов. Дымкири весом 90 килограммов. Пожелаем удачи и поддержим! Я рад вас приветствовать на вашем замечательном празднике Дня Металлурга. С Днем Металлурга вас! На вашем замечательном празднике я присутствую уже второй раз и хотел бы еще украсить ваш праздник одной вещью. Я являюсь официальным представителем Книги рекордов Гиннесса. И так получилось, что один из присутствующих здесь рекордсменов вовремя не получил награду. И наконец-то, будем так говорить, награда нашла своего героя в вашем замечательном городе. Этот человек, читая сертификат, награждается Смольников Александр Викторович за побитие высочайшего мирового достижения в гирях. Жим одной рукой двух гирь по 32 килограмма. Одна гиря сверху второй. Вверх дном. Рекорд зафиксирован, предыдущий рекорд, 1899 годом. Сегодня этот человек за победе рекорда более давности награждается сертификатом. Чем прекрасном городе. Дмитрий Халаджи! Гость нашего праздника!